конце декабря по традиции завершается ежегодный мини-футбольный турнир на снегу на призы компании «Оша». В этом году он собрал 97 команд-участниц. После отборочного этапа, в котором проявили себя все без исключения футболисты, как городские, так и сельские, до финала удалось дойти лучшим из лучших. И сейчас они гоняют мяч по заснеженному полю. Шквал эмоций, напряженные матчи, красивые голы и курьезные моменты. Спустя 23 года турнир по-прежнему очень актуален как у футболистов, так и у зрителей. И с каждым годом продолжает развивать и пропагандировать спорт в Омске и Омской области. С другой стороны, популярность. А с другой стороны, вот в Бразилии осталось вот больше 30 сельских команд в предварительном турнире сейчас. У них через две недели начинается отборочный турнир на праздник Севера. Для них это практически подготовка к этому же турниру, понимаете? Вот. Поэтому раньше их не было. Вот. Ну, куда-то 20 лет назад. Потом, когда ввели на прайс-сера мини-футбол, тут же сразу они все. Финальный матч по праву самый зрелищный. За титул чемпиона борются команды «Салават Юлаев» и «Оша». И как и подобает игре сильнейших, интрига в ней сохранилась до конца. В основное время футболисты не смогли выявить фаворита. И на радость зрителям – пенальти. И здесь удачливее оказалась дружина «Салават Юлаев». Счет золотого матча 23-го турнира «Оши» 4-2. «Салават Юлаев» становится чемпионом 2014 года. Команда у нас великолепная, давно уже играем вместе. Состав наигранный. Ну, к этому всегда стремимся, выходим, играем до конца. На торжественном закрытии турнира командам, занявшим призовые места, вручили памятные призы. Команде «Салават Юлаев» достался еще и главный трофей – кубок компании «Оша». В номинациях лучшие игроки турнира стали вратарь Лузгин Алексей из «Салават Юлаева», защитник Булатов Александр из команды «Атон», нападающий Гибясов Эдуард из «Оши» и бомбардир Степанюк Денис из «Москаленки-1».